утром солнышко встает, нас на улицу зовет, смотрит весело с небес. Просыпайся, Шишкин лес, родники в траве звенят, брызги радугой стоят, смотрит солнышко с небес. Улыбайся, Шишкин лес. Всем привет, Шунечка, здравствуй. Привет, Зубок. Ой, а что это у тебя? Да вот, принес молоко. Кстати, молоко-то козье. О, как хорошо! Сегодня будет молоко с печеньем. А, я тоже молоко с печеньем люблю. Зубок, смотри, какая у меня картинка. Ну? Ну вот, и написано: коза идет в магазин. Коза в магазин идет. Да, а я еще и стишок придумала про эту козу. Пошла коза в магазин, купила укропа пучки, моркови 5 корзин и свежие кабачки. Да, накупила она всего многовато. Тяжело нести. Я бы, Шунечка, ей обязательно помог. Ну, я бы тоже помогла. Как она все это понесет? Рук, то есть ног не хватит. Интересно, а она не съест все это по дороге, а? Да не похоже. Это же коза хозяйственная, а не какая-то там коза рогатая за малыми ребятами. Всем здравствуйте, мои дорогие. Здравствуйте, дедушка. Ой, у нас сегодня молочко. Да, это козье. А у меня, кстати, платок из козьей шерсти. Вот это да. Никогда не думал, что козы бывают такого цвета. Ну как же, косточки бывают не только белые, они бывают и черные, а бывают и коричневые. Их шерсть состригают, моют, расчесывают, получаются длинные нити, из которых делают пряжу. Вот эту пряжу как раз и красят в любой цвет. А, понял. А потом из этой пряжи вяжут разные вещи? Совершенно верно. Взгляните, пожалуйста, сюда. Так. Вот посмотрите, есть козы, у которых шерсть очень длинная и тонкая. Это, друзья мои, ангорские козы. Ну, а шерсть, естественно, называется ангорская. Ой, какая непричесанная! А я видел в деревне Загадкино у соседки бабушки Федоры козу белую. Точно-точно вспомнил. У хозяйки этой козы еще был белый платок. Так он, наверное, тоже из козьей шерсти связан, да? Ну, скорее всего. Кстати, из козьей шерсти вяжут очень-очень теплые и шапочки, и варежки, и носочки. Mm-hmm. И в них вы никогда не замерзнете. Тетушка Дарья, смотрите, какую картинку я у нас в рисунках нашла. Очень красивая. Тетушка Дарья, как вы думаете, у этой козочки много козлят, а? Думаю, один. У коз редко бывает по 2 козленка. И думаю, что эта козочка живет у очень заботливой хозяюшки. Посмотрите, какая она красивая. Да, как та из деревни Загадкино. Про таких коз, которые живут с хозяевами в деревне или на ферме, говорят домашние. А разве есть козы, которые живут без хозяев? Ну, конечно, есть. Это, друзья мои, дикие животные. Домашние животные привыкли жить с человеком. Их кормят, лечат, моют, расчесывают, ну, в общем, заботятся. А вот здесь, смотрите, дикие козы. Они живут высоко в горах, на крутых склонах небольшой группой, которая называется стадо. А главный в этом стаде – большой сильный козел. У него огромные рога и борода. Ой-ой, какие рога! Они ему не мешают? Нет, рогами дикий козел защищает свое стадо. Вот посмотрите, винторогие бородатые козы, именно так их называют. Это прабабушки и прадедушки домашних коз. Ой, а им приходится самим защищать козлят?
Да, и защищать козлят, и кормить их, зимой разгребая сугробы своими огромными рогами, чтобы найти траву и листья. Получается, домашним козам живется полегче. Ну да, вот белую козочку из Загадкина охраняет собачка-барон. И зимой хозяйка кормит ее сеном. Совершенно верно. Хозяева заготавливает сено на зиму. А вот весной, летом и осенью домашние козы пасутся на лугу. Но, по правде сказать, они очень любят полакомиться тем, что растет в огороде. Например, морковкой или яблочком. А некоторые козы, взгляните, могут забраться даже на дерево, чтобы полакомиться свежими листочками. Ничего себе козы, как вороны на дереве. Вот эти козы, друзья мои, они живут в Африке и называются африканские козы. Тетушка Дарья, а правда, что из козьего молока делают мороженое? Мне известно, что из козьего молока получается отменный йогурт и творог. А еще мороженое. А я люблю любое мороженое. Я тоже. Тетушка Дарья, а давайте сейчас пить козье молоко с печеньем. Да, оно такое вкусное. Ой, спасибо вам, дорогие мои, за приглашение. Я с удовольствием составлю вам компанию. Но сначала давайте попрощаемся с ребятами. До свидания, мальчики и девочки. До свидания, ребята. Всего вам самого доброго, дорогие друзья. Ангела-хранителя. Время быстро пролетело, утро сказкой прозвенело, улыбнулось облакам, новый день приходит к нам.